Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Давай-ка заберем свои награды. И хотелось бы мне посмотреть. Сбросили меня очень сильно. Так, ранг 71. Ну да, прилично. Но я думаю, что сегодня уж точно мы, наверное, доберемся с тобой до лиги мастеров. Одна звезда, естественно. Но для этого вначале нужно нам с тобой сделать все задания. Так, давай начнем, наверное, с прохождения испытания. Ну, самый первый уровень, довольно-таки легкий. Никаких проблем здесь не должно у нас быть. Поехали. Сейчас быстренько разберем. Потом кое-что поищем. Поднимем уровень. И, в принципе, 5 наших откатов будет у нас в кармане. Так, тихо, клан-футовец. Не надо тут выделываться, дядя. Вот маузеры, а. Ты смотри, вот стоит им только кого-нибудь повредить, да, из моих черепашек, и сразу начинает именно его прессовать. Так, минус маузер. Ну и минус второй. Так, идем быстренько. Так, где у нас там? Ага, тут и Бибоп, и Рокстеди. Они вместе. Ну давай тогда волной, наверное, их бомбанем. Так, погоди-ка, я не понял. Этот маузер выделывается. На него не повесился постепенный урон. Шикарно. Так, дальше мы, наверное, с тобой будем разбирать Бибопа. Так, давай-ка двойную атаку ему пропишем. Опа, эти минус. И остается Рокстеди. Есть. Ну, все, довольно легко и просто было. Я даже почему-то не сомневался, что у нас так произойдет. И мы с тобой идем далее. Сейчас нам нужно будет сделать 3 победы в сложном режиме, да, 10 побед в легком режиме. За этот момент мы наберем определенные детали. Так, мы еще колоду с тобой не открыли. Ну, как всегда, здесь мне ничего не выпадает. И, кстати, у нас уже с тобой $574. Значит, я буду приобретать, соответственно, телепорты. 100 штучек, они мне как раз здесь пригодятся. Здесь мы забираем с тобой награды. Так, сразиться, сразиться. И будем дальше мы с тобой искать на Донателло, да? Мы до сих пор еще не прокачали ему полностью бейсбольную бомбу. Так, ну что, давай попробуем найти магнитофоны. Так, один есть, второй нашли. Третий. Слушай, довольно неплохо выпадают. Так, здесь мутаген. Так, еще один видеомагнитофон. Так, тут мутаген. Портрет короля. Зачем он нужен, я ума не приложу. Видимо, кто-то прокачивается за счет портрета. Да что ты будешь делать? Один портрет дают и все. И мутаген. Так, я уже, по-моему, там... Да, я задание уже выполнил. Итого мы нашли с тобой, ой, мало. Еще 4 видеомагнитофона и 14 кружек. Да, прилично еще искать. Тут забираем награды и поднимаем уровень персонажа. У нас с тобой 10 тысяч мутагена. Это мало, на самом деле. Это придется нам с тобой, может быть, карайку получится прокачать. Даже на нее не хватает. Ну, тогда давай посмотрим кого-нибудь поменьше, послабже. Вот Змейка Вьюн, например. Ну-ка. Да, как раз на него и хватило. 66 уровень он у нас получает. Мы забираем остатки роскоши. У нас с тобой 5 откатов. И мы... Так, погоди секунду. Вот эту штуку надо обязательно пройти. Тут бесплатно можно заработать, естественно, себе телепорты. Они мне нужны. Ну, тут быстренько, ребята. 3 боя всего лишь. Потому что последний... Хотя, по-моему, я все-таки проходил полностью это испытание. Сейчас мы с тобой быстренько это пройдем и посмотрим. Я вот что-то, честно говоря, запамятовал. Проходил ли я все полностью или на последнем боссе сдувался. Так, 3 телепорта, да. Здесь мы с тобой получаем 4. То есть это уже будет 7 телепортов. И плюс еще там дальше 5 и 6. То есть на один телепорт за каждое испытание получаем больше. Так, ну хватит, 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 железноголовый, не выпендривайся. Все равно получишь свое по полной программе. И добиваем. Угу. Значит, еще с тобой зарабатываем 4 телепорта. И пойдем, конечно же, за 5. За 5, потом тут 6 будет, да? Ну, погнали. 60 уровень. Хотя, слушай, по-моему, мы все-таки проходили это испытание с тобой полностью.
Тут, наверное, ничего сложного не будет. Но он будет у нас, какого там в следующий раз? 80 уровня. Так, тихо, не надо бомбить. На-ка, получи. Так, половину здоровья отняли. Теперь Рахзар вешает постепенный урон. И Бакстер Стокман выстреливает ракеты. Слушай, ну постепенный урон, конечно, отнимает у него очень мало здоровья, очень мало. Зато Зэк со своей вертушки его ушатал. Ладно, двигаемся с тобой на последний бой. Можно было, конечно, это все за кадром сделать. На самом-то деле, что это я пошел сюда, а? Сам даже не понял. Ну что, 80 уровень, ребята, мы тоже все 80 уровня. Здесь главное, как повезет. Если он сейчас будет без перерыва нас бомбить, то мы не выживем. Это я тебе точно говорю. И начинает он первым, да? Так, ну что, давай поп... Нет, кстати, блокировать ему суперспособности нету, ребята, никакого толку, потому что все равно он будет их делать. Опа, очень медленно мы у него отнимаем здоровье. Смотри, что он делает. Ну вот, этого я и боялся. Давай попробуем постепенно урон на него повесить. Отлично. Так, дальше, замедляшку, интересно, сработает, нет? Не, не получилось. Так, когти смерти. Угу. Так, сейчас кому-то не повезет. И это Зэку, конечно же. Сейчас еще кому-то не повезет. Рахзар. Бедный, бедный наш Рахзарчик. Хотя нет, подожди-ка, он успевает сходить. Ну-ка. Никакого абсолютно урона не нанес, а? Упал, бродяга. Ну дайте мне завалить этого Бакс... Твою же налево. Ты представляешь, Бакстер Стокман просто не выдержал. Упал от постепенного урона. Слушай, ладно, ребят, я не буду сейчас пыхтеть и кряхтеть. Я обязательно его пройду за кадром. То есть я получу последний там телепорт этот. Ну а мы с тобой идем на турнирную арену. У нас с тобой ранг 71. Нам нужно сейчас бустовать как никогда. И у нас тут Василий. Угу, начнем с Васьки. Начнем с Васьки и... Так, 59-61 уровень, да? Значит, мы с тобой будем здесь отыгрывать 60 уровни. Да, ниже брать, я думаю, не стоит. Ну, а выше, конечно же, мы уже их отыграем с тобой 100%. Поехали. Упадут? Нет, как думаешь? Слушай, неплохо. Совсем неплохо, ну-ка. Отлично. Забомбил тигр, короче, последнего врага. И мы с тобой продвигаемся дальше. Мне хотелось бы сегодня попасть в Лигу Мастеров. Потому что вчера у меня не получилось. И мы, по-моему, с тобой даже начинали приблизительно с этого места, да? Так, здесь у нас Колин, Михаил и Томми. Будем брать Колина. Потому что у него кубков больше. Так, тихо, Рахзар, не надо лезть пока. Раз, два, три. Тут рискованно, да ё-моё, тут рискованно, поэтому я возьму, наверное, кого-нибудь посерьезнее. Это будет у меня Армагон. То есть и 60 уровни будут присутствовать здесь, и полуимба. Полуимба — это Армагон, ну а имба считается у меня как лево. Так, давай-ка зарядим. Ну вот, опять один шредер выживает, и он делает массовую атаку. Надеюсь, да, нам повезло. Ну что же, просто его, наверное, надкусим маленечко. Ну и как ты видишь, мы с тобой победили. Сейчас будет, наверное, где-то 45-я позиция. Я думаю, что не меньше. Единственная проблема, что у нас с тобой заканчиваются персонажи. Упс, а почему? Вообще-то я рассчитывал на 45-ю позицию. Это минимум. А мне дали всего лишь 50-ю. Хотя кубков у персонажа у этого было, у нашего оппонента, больше, чем у кого-либо. Я не понимаю вот этой вот штуки, как она работает. Порой берешь врага, у которого кубков меньше, и зарабатываешь больше. Какой-то бред. Ну, опять, я думаю, у нас не хватит, друзья мои, героев, чтобы мы могли здесь вообще идеально все пройти. И это меня раздражает. Вот серьезно, на пустом месте спотыкаемся. Ладно, я взял муху. Надеюсь, она выживет здесь, не упадет сразу же. Так. Ну-ка, куна и бросаем. Отлично, отлично. Мухе повезло. Муху отыграли. Соответственно, мы с тобой получаем кубки. И сейчас хочу посмотреть. Ну, должна быть 40-я. 10 ступенек, я думаю, мы с тобой вполне можем пролететь. Смотрим. Вот, 35-я. Даже еще лучше, чем я ожидал. У нас с тобой 3 отката, поэтому надо как-то все это быстро и шустро. Ну что, я возьму, наверное, Евгения. Женьку. Так, берем обратно Леонардо.
Рокзар пока подышит. Раз, два. Нет, наверное, придется нам брать все-таки Рокзара и Зека. Хорошо. Ну, обычная стратегия, да? Зек бросает бомбочку, Рокзар в провокацию. Ну, а дальше уже, как говорится, дело за Леонардо. Поехали. Главное, чтобы они не успели сходить. А то наши вот эти вот ватные ребята быстро упадут. Слушай, по-моему, Леонардо здесь закончит весь этот поединок. Так оно и есть. Даже Рокзару не пришлось вставать в провокацию. Ну что же, мы двигаемся с тобой далее. 35-я позиция у нас была. Становится... Давай 25-ю. 23-я. Во. То есть, грубо говоря, нам нужно пройти с тобой еще два боя. Но я думаю, что в этом-то никаких проблем не будет. Сейчас выберем с тобой врага. И это будет, наверное, Давид. Так... Раз, два, три, четыре, пять. Пять, шесть. Шесть персонажей у нас с тобой остается, которыми мы можем с тобой еще сыграть. Ну, более-менее, я имею в виду. А вот эти вот, конечно, в зоне риска. Провокация есть. Так, масухи, все это есть. Единственное, чтобы они не упали. Вот единственная моя просьба. И надо будет, когда будет Мондагека у нас ходить, поставить на ускорение баф. Так, тихо. Вот, есть что делать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, он хил делает. Фух. Нам повезло, друзья мои, что он делает хил. Так, если я бомбану, все упадут, как ты думаешь? Проверим. Упс, Донни не упал, но мы его сейчас уничтожим. Молодец, Донни против Донни, и наш Донни оказался сильнее. Ну что же, отлично, никто не погиб. Я, честно говоря, думал, что Хан сейчас ушатает моих слабых персонажей. Так, и мы получаем с тобой 12 место. То есть, действительно, еще один бой, и все у нас будет хорошо. Кого бы только вот взять? Ну, я думаю, возьму, наверное, Кофе. Последний раз берем с тобой Леонардо. 64 уровень, да, здесь? Да, я думаю, в принципе, они должны выдержать. Ну, давай, Лео. Так, а у нас Усаги ходит первым. Ну ладно, давай начнем с Усаги. Потом Леонардо, 100%. Хопа. И Лео всех добивает. Слушай, а там-то у меня кто остался? Рафаэль и Микеланджело? Зачем? Я все равно такой командой вряд ли куда-то уйду или пройду что-то. Откатов у меня больше нет. Леонардо я взять к себе не смогу, да? Так, ну что, друзья мои, наконец-то мы перешли с тобой в мастер. Одна звезда. Правда, ранг у нас с тобой 100-й. То есть любая, как говорится, проигрышка, и мы с тобой улетим обратно вниз. Ну, я не знаю, давай возьмем, наверное, Владислава. Ну, вот этими ребятами это как-то идти, мне кажется, беспонтово. Согласись. Ладно, давай ими просто чисто двумя сыграем. Мне вот интересно, они выдержат натиск противника нашего или нет? Давай-ка, ну, вначале повесим уклонение себе. Так, и дальше главное нам... О-о-о-о, промахнись. Так и есть. Опа, ответочку. И я хотел взять, да, провокацию. Мне просто очень интересно посмотреть, что тут у нас произойдет. Так, ответка. Опять ответка. Слушай, тут один Рафаэль, наверное, все разрулит. Так, тихо. Рокс, ты куда побежал-то, а? О, нанес все-таки урон. Блин, а вот это плохо. Это плохо, что он поставил дополнительную защиту. Я имею в виду Донателло. Твою ж налево, а. Так, минус Майки. Теперь, наверное, уничтожим с тобой Бибопчика. Опа, постепенно урон повесился. Давай-ка его еще раз присанем маленько. Майки, ну что ж ты, ё-моё. Так, этот вешает. Ага, этот не вешает, этот отхил сделал. Так, врезали. Ну что ты делаешь? Так, получи, распишись. Достали, а. Так, ну что, добьем на этот раз-то мы? Отлично. Так, Майки, мы, наверное, с тобой будем брать вот этого вот Бибопа на разборку. Потому что у нас по нему идет повышенный урон. Так, у нас уклонение.
Опачки. Так, продолжаем с тобой прессовать нашего кабанчика. Так, еще немножко, и он упадет. Да иди ты со своей бомбочкой. Там у нас, кстати, можно было уклонение поставить. Ага, решил бросить свои гранатки, да? Ладно. Ну что, Донни, по-моему, тебе надо отдуплиться. Ты не думаешь об этом, а? Смотри, сопротивляется еще. Все, упал, друзья мои. Один лишь Рокстеди остался. Я беру опять провокацию. Ну и ты сам прекрасно понимаешь, что ему крышка. А ну-ка. Все. Чисто вдвоем запинали команду из пяти персонажей. Это классно. Только вот единственное, хотелось бы посмотреть, сколько мы с собой получим кубков. Была сотая позиция, а становится 95-я, да? 98-я. Я, ребят, не удивлен, но, по крайней мере, я отыграл всех. Ну что, теперь мы с тобой смело можем, в принципе, переходить на испытания. Так, у нас с тобой сюрикенов-то до сих пор еще не хватает, да? 9000 нужно. Так, Рафаэль, давай-ка мы... Да что такое-то? У тебя же есть, есть ДНК. Так, 70, отлично. Давай посмотрим, у кого еще. У Рахзара. Так, 35, это мало. Здесь тоже 35, маловато будет. Так, здесь у Караечки еще 35. У Криса тоже 35. Нам чуть-чуть, ребят, не хватает. Совсем маленечко. 800, так сказать, сюриков и все. Ну, где их взять? Дубликатов больше... А, нет, саблезуб у нас есть. Ну, тут мало дают. Тут дают маловато нам с тобой сюрикенов. Ладно, фиг с ним. Накопим. Со временем накопим. Так, ну а мы с тобой отправляемся на испытание. И это у нас черепашья буря. Так. Ох, тут, ребята, раздолье. Ты посмотри. Практически все нужны, кроме, знаешь кого? Кроме Микеланджело и Рафаэля. Лео, Донни и вот эти вот все сверху нам нужны. Ну что, поехали. Нам главное с тобой пройти. А еще я хочу посмотреть, кого нам дадут. Друзья мои, как все запущено. А почему запущено? Потому что дали мне персонажей, ну, слабых. В лучшем случае мы с тобой пройдем только одно испытание здесь. А на второе даже уже лучше не суваться. Так, ладно, будем потихоньку разбирать их. Ну, естественно, естественно, Микеланджело применяет отхил. Ну, а мы с тобой тогда бафнемся. Запустим волну. Упс, минус двоечка. Так, с гранатомета шмальнем разок. Да, толку-то от этого. Так, смотри, смотри, что они с Ванькой делают. Блин, у нас в этой команде хила нету. А Ваня уже практически все разобранный. Слушай, наверное, надо было его оставлять дома и не брать с собой. Умная мысля приходит после. Ну, ты сам понимаешь, да? А сколько, кстати, здесь волн? 4, по-моему, да? Ну-ка. Да, 4 волны будет. Ай-яй-яй-яй. Так, давай пулеметную дробь. Слабо. Так, ушатать нам кого надо? В принципе, наверное, Майки лучше, потому что у него массовая атака. Хотя у Леонардо тоже массовая атака. Можно заблокировать ее. Так, ага, месть. Месть включил. Ладно, я, наверное, бомбану все-таки Леонардо. Теперь Донни ушатаем. Ага, мстит, мститель, а фигов. На тебе. Покамон там. У нас, кстати, на Рахзаре провокация закончилась. То есть Ванька в зоне риска, в большой зоне риска. Так, ну что, бросаем гранату. Угу. Теперь попробуем их замедлить. Так, слушай, кто у нас там будет первым сейчас ходить? Микеланджело. В принципе, я не должен этого позволить. Ага, так, дальше. Рафаэля нужно уничтожить, потому что это хиллер. Лео, сейчас Лео бом... А, нет, Лео решил снять дебафы. Блин, массовая атака. Выжил, да, еще? Ну, слава богу. Я просто за Ванькой наблюдаю.
И он выжил, и это хорошо, друзья мои, потому что мы с вами сейчас... Ага, беру провокацию на Рокзара и, наверное, добиваем. Да. Ну, ребят, первое испытание мы с вами прошли. Давай посмотрим, что у нас там будет на втором, какие уровни. Ваньку мы с тобой однозначно будем оставлять дома. Микеланджело. Так, $60 дали, неплохо. Ну-ка, что у нас тут? 70 уровни. Так, ну что, давай, наверное, мы с тобой Ваньку убираем и попробуем. Или все-таки Криса тоже отложить, а? Твою ж налево. Ладно, отложил я Криса Брэдфорда. Но втроем тут, конечно, наши шансы уменьшаются почти в два раза. Так, провокацию я, наверное, брать не буду. Будем просто с тобой их разбирать. Так, усиление атаки от Микеланджело. Тогда нам нужно как-то быстрее Рафа уничтожить, что ли. Потому что этот хиллер у нас... Ну, хорош, хорош, успокойся. Попадет? Попал. И причем урон очень существенный. А вот и хилочка подошла, да? Вот подошла и хилочка. Так, ну-ка, давай, наверное, майки уложим, баньки. Не получилось, а так, нормуль. Донателло. Давай ракетой. Опять не вышло. Да что ты? Ну-ка, смерть с небес. Интересно, постепенный урон уничтожит их? Так, ладно, добиваем. Переходим с тобой на вторую волну. Но здесь, наверное, выпустим с тобой маузеров. Так, неплохой урон. По кому сейчас он? Опа. Уничтожаем. Донателло у нас хиллер, да? Поэтому нужно его попробовать сейчас как можно быстрее наказать. Этот снимает дебафы. Блин, провокацию взял, а? Еще и хильнет. Вот в этом вся и проблема. Если не успел их ушатать сразу же, начинаются вот эти вот проблемы. Пробиваем вначале, как говорится, провокатора. Ну, а после только доберешься до хиллера, да, или еще кого-нибудь. Ну, что он там, волну выпускает? Ё-моё. Жесть, ребят, это только вторая волна. А это что такое? Опа-на, удан... Упс, все, по-моему, наша песенка здесь спета. Да че я даже не могу ничего сделать? Ты прикинь, я не могу его пробить. Вот этого, вот упыря, смотри. Вот, только сейчас получилось. Фигня какая-то. Это кто такую броню, вот эту защиту повесил, я не понял. Вообще не могу, прикинь. О, сейчас нам конец, по-моему. Рокзар точно погибнет от постепенного урона. И Зек тоже упал. Слушай, друзья, ну, конечно, можно попробовать переиграть и пройти это испытание, но мы будем, наверное, это делать после того, как я попью кофеечку. Так, друзья мои, кофеечек налит, пока горячий, ну, а мы с вами попробуем пройти все-таки эпизод второй. Ну, знаешь, что я подумал? А что, если нам взять с тобой и Криса, и Ваньку, все равно нам тут на 3 звезды не пройти, да? А просто как для достижения попробовать можно. Все-таки у нас будет больше с тобой ходов, да, и возможностей. Так, ну что здесь у нас, Майки, да? У нас ускоряется, я смотрю, самый первый. Вон у него уже шкала заполнилась, но мы его не подбили. Он все-таки успевает сделать. Но тогда следующим пойдет у нас Рафаэль, который будет хилять. Его у меня тоже вряд ли получится пробить. Ну, я попытаюсь. Хотя, подожди-ка секунду. Ага, остается лишь Донателло. Ну-ка, если я гранату в него брошу. Не добил. Так, что он там делает? Ага, меткость понизил. Ладно, идем с тобой на вторую волну. Так, и здесь нам нужно с тобой, наверное, брать провокацию на Рокзара. Вот таким вот образом. А, плюс дополнительная защита. Она уж точно нам не помешает здесь. Так, значит... Донателло. Хотя Леонардо нужно тоже укладывать баньки. Ладно, сделаем с тобой массовую атаку. Оу, слушай, круто получилось. Очень круто. Уничтожим с тобой Донни. Минус. Так, теперь... Ну ладно, давай. Майки хотел на самом деле... Что? А, у нас же меткость пониженная. Так, этот берет провокацию. В принципе, отлично. Теперь главное пробить.
их. Зашли замечательно. Так, не добили. А если так сделаем? Мимо. Слушай-ка, ну смотри, уже неплохо, ребята. Переходим на оригиналов. Ну вот сейчас тут будет, конечно, жесткая разборка. Оригиналы 70 уровня. Я прекрасно знаю, на что они способны, что не могу здесь вычудить. Так, нам нужно с тобой, может быть, Рафаэля. Боюсь, Рафаэля. Леонард у нас тут мощный довольно-таки. Ну-ка, ушатает, интересно, Ванька его. Вау, Ваня, я не ожидал от тебя. А вот Лео. Лео берет провокацию с уклонением. А, уклонения у него нету. Почему он, интересно, не поставил? Да как так-то? Как мимо-то? Ну-ка, уничтожаем, короче, Лео. Опа-на, ты видел, что у него? Зашибись, у него отмена смерти. То есть я нанес ему смертельный удар, а он не погиб. Так, ладно, будем мстить. А, минус Донателло. Но этого-то Ванька не пробьет, 100%. А Рокзарчик уничтожит. И переходим с тобой на четвертую. Здесь у нас... Ага, черепашки видения. Наверное, блин, надо начинать с Дони, но по нему пониженная атака. Видишь, стрелочка вниз. Давай-ка тогда Микеланджело попробуем ушатать. Блин, ушатал. Этого нужно заблокировать. Я не хочу, чтобы он вставал в провокацию. Так, а вот Рокзарчик как раз у нас будет вставать. Опа, усиление команды, да? А, ускорение даже. Этот в невидимость уходит. Ух ты. Так, тихо-тихо, ребятули. Блин, на тебе. Так, защита дополнительная. Окей. Так, волна поехала. Замечательно, минус один. Бросаем бомбочку. А, минус два. Так, этого мы с тобой попробуем сейчас ушатать. Так, минус Рафаэль. Остается Лео. Ой, массовая атака. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Есть, конечно, шанс выжить всем. Лишь бы не сплоховать. Да, друзья мои, для меня самого неожиданность такая, что мы с тобой взяли и Ваньку, и Криса Брэдфорда, и прошли, причем на 3 звезды. То есть мы с тобой сможем даже фармить этот уровень. И смотри, какой бонус: 15 баксов, 75 жетонов, 4 серебряных осколка и Донателло ролевой. Очень шикарно. Ну, сюда, ребят, я уже суваться не буду, потому что здесь 80 уровни. Я с 70-х еле прошел. Точнее, 60-х. То сюда лучше не суваться. Нет, но если бы у меня был бы Ванька прокачан до 80-го и Крис, я бы рискнул бы. Но не сейчас. Хотя награда такая, значит, соблазнительная. 100 жетонов. Кстати, у нас 535 жетонов. Я что-нибудь могу приобрести? По-моему, нет. Но посмотреть стоит. Так, по монеткам у нас 69, а нам нужно с тобой... Ну, самое минимальное — это 75. Хотя нет, минимальное 60. Но я думаю, на это тратиться мы пока не будем. У нас кто в приоритете сейчас? Леонардо, да? Ну да, будем копить с собой налево. А здесь у нас... Оу, вот, Рафаэль. 610 нужно жетонов, чтобы его проапать. Точнее, не проапать, а купить 3 ДНК. А в общей сложности вообще нужно 5 ДНК на него. И все, и мы сможем его поднять по уровню. Отлично. Поднять по уровню, ага. Я еще тех-то никак не могу улучшить. Смотри, целая бригада тут стоит у меня. Ну, из этой бригады будет, конечно же, подниматься у нас Рафаэль оригинальный. Да-да, именно он. Потому что за него проголосовало большее количество людей. И поэтому он будет первым у нас. Так, ну что у нас еще-то здесь есть? Так, испытание. Клан Фуд. Ну-ка, можно посмотреть, кто у нас тут? Ох ты, ох ты. Слушай-ка. А давай попробуем. А почему бы и нет? Нам элементы нужны? Нужны. Тем более, смотри, какая команда. Ё-моё. Команда вообще непобедимая практически. Вся имба здесь собралась. Так, клан Фудовцы выпендриваются. Естественно, они за это получат свое. Так, Донни молодец. Маузер опять свои тут крики делает. Этого сейчас должны ушатать мы. Изи. Норм. Так, переходим с вами на вторую волну. Здесь всего их 3 будет.
Ну, давай поставим уклонение, так уж и быть. А лишним оно уж точно здесь не будет. Сюрики. Добивочный, я думаю, да, это будет у нас. Лео, ну-ка. Отлично. И переходим на последнюю, третью волну. Так, Рокстеди, Шархан, Бибоп. И у нас еще тут Саблезуб. Ну ладно. Надеюсь, мы сможем здесь справиться. Так, мне бы желательно уничтожить, наверное. Давай Бибопа с вот этим ударом ушатали сразу же. Ага, даже так делаешь. А вот это ты зря, тигр. Меткость понизил, да? Острозуб мне. Ну, муха, естественно, включает хил. Так, мы врубаем дополнительную защиту от Донателло. Не-не-не-не, Рокстеди, это ты зря. Ну-ка, мне надо все-таки тигра ушатать. Я буду делать именно на нем акцент. Лео, ушатай его. Нет, не хочет. Не получается. Тихо-тихо-тихо, нашинковывает. Опачки, минус. Так, теперь, наверное, будем все-таки брать Рокстеди в оборот. Хотя, подожди, нам надо убрать муху с тобой. Почему? Я же на муху переключался. В чем проблема-то? Что тут творится? Мой РФЛ вообще как непобедимый. Просто никто ничего не может ему сделать. Ну-ка, проверим бомбочку. Вау, бейсбольный бит работает. А вот и поджог. Но он нифига не сработал. Почему я не могу нанести ему урона? Объясни-ка мне. Так, муху с удара снесли. Все, вот сейчас пошло. А когда он контратаковал, он вообще не наносил ему урона. Так, если сделаем. Изи. Друзья мои, ну что, мы получаем с вами какой-то элемент. Сейчас посмотрим. Это, по-моему, должен быть этот, звездочка или герб. А, это вообще нога кланфутовца. А герб вот он. Ладно. Ну что, смотрим, что у нас тут. Тут всего три испытания, три эпизода. Я думаю, надо идти. Интересно, а последнее испытание какой уровень будет? 90-й? Так, ну что, уклонение я пока ставить не буду. Вертушку тоже применять пока не хочу, если честно. Так, ну успокойся, успокойся. Погнали. Так, надо было Сюрикина бомбануть. Ё-моё, не подумал. Ладно, это ничего не страшно. У нас с тобой здесь в этой команде два хила, как ни крути, да? Это Майк и Лео. И я думаю, что нам этого достаточно здесь, чтобы разобраться с этой компанией недомерков. Так, уничтожаем. Ну что ты, Маузер? Хочешь получить свое? Сейчас получишь по первое число. Ну-ка, Донни. Вот Донни может быть и крепкий, но именно по физической атаке он почему-то слабый. Слушай, по-моему, та же самая команда здесь появилась, да? Я ничего не ошибаюсь. Да вроде бы точь-в-точь, как в прошлом бою. Только уровень повыше и все. Ну что, давай начнем с вертушки. Так, минус двоечка сразу же. Третьего ушатали. А Рокзар берет провокацию. И зря. Ну-ка. Донни, не получилось, да, увалить? Ну, Рокстеди упал и... А Рокзарчик тоже валяется. Так, тихо. Здесь, наверное, нам нужно с тобой... Нет, Бакстера Стокмана попробуем пробить. Не вышло. А так, валяется. Дальше Карайка. У нее массовая атака. Хотя тут у всех, кроме... Ну да, кроме Криса, у всех массовые атаки есть. Опа. Ответка. Наверное, добиваем ее, да? Нет, не вышло. Так, пока он жарит. Он, по-моему, вообще промазал. О, тигр выделывается, а? Понтуется, так. Ага, бафы вешаешь. Ладно, Карайку минусуем. Хиляться, я думаю, пока не стоит. Будем с тобой разбирать Шреддера. Да что ж ты не падаешь, а? Ага, вот так вот. Слушай, а вот теперь, наверное, нам придется хильнуться. Если успеем, блин. Если успеем. Так, ну-ка, давай бомбу бейсбольную. Так, он делает дополнительную защиту, а мы с тобой должны успеть. Блин,
Хотел хильнуться. А в чем проблема? У нас вроде замедляшки нету. Почему так медленно у нас все происходит? Вот, вот он отхил. Упс. Нормуль. Нормуль я себя чувствую. Минус Крис. Опа-на. Так, делаем ярость Рафа, чтобы мы были в гневе. Сейчас мы его... Так, я, наверное, хильнусь все-таки. Я не понял, это у нас последняя волна или нет? Что-то я запамятовал. По-моему, последняя, да? Да. Можно было и не хиляться, но все-таки я перестраховался. А вдруг мы промазали бы, да? И он бы сделал бы потом удар. Ну что, как ты понимаешь, второе испытание у нас тоже пройдено. Снаряжение клан Фуд мы получили. Ну-ка, а что у нас в третьем? 90-е уровни, ё-моё. Да, это лихо. Это будет очень лихо. Давай попробуем все равно. Ну, вот хочется мне посмотреть. Ох, ядрёна матрёна. Смотри, тут уже клан футовцы. Сколько волн, кстати, здесь? Я что-то не обратил. 4, по-моему, да? И урон-то они наносят здесь, извини меня, солидный уже. Бамс. Даже Рафика пробивают. Так, ну Лео-то еще держится, потому что он сотого уровня. Ага, тут три волны. Ну вот эти сейчас будут вжаривать, ё-моё. По жесткачу. О-о-о, какие нафиг тут могут быть сюрики. Они их просто не берут. Так, Рокзара, по идее, надо уничтожить. Хотя тут еще и Острозуб, он же тоже провокатор. Так, дополнительная защита. Ё-моё, сейчас фиг пробьешь. Воу, все, друзья мои. Этот встал в провокацию. Единственное, что может быть нам через ярость Рафа. Ну, попробуем. Чё? Одну единичку урона наносим. Обалденно просто. Так, доп. Защита. Ну, а Лео пробьет. Лео пробивает. Это хорошо. Так, тихо, успокойся. Блин, оглушение получили. Блин, баф еще повесили. Так, промахнулся, и слава богу. Да ё-моё, а. Блин, ты посмотри, что у Майки творится, ребят. У Микеланджело постепенно урон висит. Я боюсь... Опа. Я боюсь, да. Чего боялся, то и получилось. Твою ж налево, а. Надо было его сразу шлепнуть к ядрене фени. Да, ну тут разбирает нас, ребят. Но в любом случае, мне было интересно, как это будет происходить. Я просто не могу пробить вот этого чувачка, понимаешь? Я его не могу пробить. Вот он встал в свою стойку и все. Хоть ты тут вешайся. Ну и, соответственно, плюс еще нам, конечно же, здесь навредил Бакстер Стокман своей волной, когда вызвал постепенный урон всем практически. Ладно, ребят. Это было заведомо известно сразу, что мы вряд ли здесь пройдем. Была, конечно, какая-то там надежда на прохождение, но она была несбыточная. Но, тем не менее, все равно приятно. Так, что у нас тут, ребята? Мы можем с тобой пофармить. Вау, тут оригиналы, тут и классики. Слушай, ну тут соблазна много. Правда, сыра не хватает. Да, сыра нам с тобой не хватает, потому что здесь осталось всего лишь 9, а тут за одну попытку нужно 10. Но опять же, ничего страшного, ребят. Будут серии, будет у нас фарм. У нас все равно еще будет арена. Нам нужно попасть в двухзвездочную, как говорится, лигу мастеров. Ну и дальше там держаться на той позиции. В общем, на этом буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!